О. Да-да? Благодарю вас, эй, Мичины. Так вы помогли моему коллеге Круглову спастись. И в знак признательности я хотел бы вручить вам наш рабочий костюм. Очень удобная штука, знаете ли. Возможно, я помог. Я мог бы еще чем-нибудь вам полезен. Да, костюм. Костюм у меня такой есть, на самом деле. Снабовик. А, кстати, а что это так? Да-да? Я посложил. Все добро, мы сейчас после этого все толкнем. Патрон оставим, естественно. Костюм. Костюм, кстати, можно одеть. Ну-ка, что тут у нас? А это положим. Давай, да-да, иди сюда. Так, держи. Держи. Так, ну и вот это все положим. Что еще можете толкнуть-то? Уважаемый. В адвокат Сарете стволов толкнул. Кстати, мне нужна булочка. Дай мне булочку. Хотя, ладно, может, еще найду. Да-да? Так, я ищу лабораторию X16. Бармен сказал, вы ему можете знать ее Да, мы знаем об местонахождение. этой лаборатории. Однако ее точные координаты нам неизвестны. Кроме того, пытаться попасть туда слишком опасно. Что ж вы такие лохи-то? Мы уже давно изучаем излучение лаборатории X16. Ты не пройдешь туда без специальной защиты. Мы разработали соответствующие устройства. Но для его настройки необходимо произвести ряд замеров. Если ты поможешь нам сделать эти замеры, я дам тебе настроенный прототип, с помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию. Хорошо, согласен. Ну вот и отлично. Поговорите с Кругловым и отправляйтесь. Он уже снаряжен всем необходимым. Хорошо. Так, а что нам тут? Делать замеры излучения. Черт, опять 25. Круглов. Да, Меченый. Профессор попросил меня прогуляться к месту замеров. Вот это дело. Отправляемся немедленно. Однако одному там делать нечего. А вот с тобой, думаю, мы быстро справимся. Главное, не пускай близко кадавров. Так, готов? Оружие слишком опасно. Иди первым. Разведай. Ладно. Кого не пускать? Ничего не понял. Сопротивить Круглова. Ура! Бей! Бей! Мочи. Ничего себе, в него целую обойму. Садил ему пофиг. Ему пуфик. Военный, понимаешь ли, да? Давайте замеры сделаем. А, о, как раз вот этот. В эту трубу. Подожди немного. Сейчас я замерю, и мы двинем дальше. Давай, замеряй. Так. Немного зашкаливает, но излучение в норме. Надо идти дальше. Идем дальше. Круглов, куда ты опять вперед пошел? Стоять. Бояться. Итак. Держите меня! Подождал меня, что ли, уважаемый? Дайте я полутай сначала. Где тут? Что тут? Еще замеры. Да это что ли барахлит? Меченый, нам надо чуть глубже зайти. Тут я ничего понять не могу. Так что это трясется, ёб красота. Держи! Есть.
краю, края. Что такое? Клейк, мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможем. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык, я его не брошу. Что происходит, не понимаю. Чё? О, отпустило, походу, отпускает. Живой, ну вставай, вставай потихоньку, уже все, закончилось уже. Принеси результаты сахара. Надо скорее выбираться отсюда. Замеры есть, осталось добраться до бункера. Давай. Вот ты запарил. Давай, я вперед пойду. Я что, всех покрошу. Пойдем до бункера. А чё ты отстал-то? О, ты слишком медленный. Где-то еще тут есть. Где там бежишь? Пошли. Ты будешь бежать-то нормально. Заходи, гостем будешь. А что тут у нас? Что тут у нас? Вон, круглого привел тебе. Иди сюда, расскажи. Все начистую. Да-да? Сахар. Вот замеры. Тут и тут. Все точно. Точнее быть не может. Хорошо. Сейчас я попробую настроить прототип. До встречи. Тещу. Дай пока столы, что ли, сложу. Потом толкнем, когда деньги нужны будут. Так, что еще личное? Если он даже человек. Да-да? Конченый, что ли? Да-да? Сохранимся. Ну вы чё? Отлично справились. Если замеры верны, то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Меченый, теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебя отметил на карте. Хорошо. Как мне... Как именно попасть в лабораторию X-16? Где находится вход? Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится? Как в нее попасть? Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Да, безусловно, было бы интересно взглянуть на эти документы. То есть, вы думаете, они у Васильева? Возможно, в любом случае, начинать нужно с поиска тела Васильева. Только в этом случае есть шанс получить точную информацию о
лаборатории. Где-то там должно быть и тело вашего коллеги-призрака. Вы знаете, как мне показалось, он знал об X-16 значительно больше, чем говорил. Если он каким-то чудом выжил, хотя, конечно, надеяться это глупо. Хорошо, я попробую. Обыскать труп Васильева. Да-да? Чем можно торговать с тобой? Точнее, что можешь передать нам? Да-да? Так, труп Васильева, где он? А, ну тут недалеко, кстати. Да-да?